следует помыть руки, понадобится не менее 30 секунд. И делать это нужно несколько раз в день. Я советую вам использовать антибактериальное мыло. Сперва тщательно намыливаем руки до получения пены. Активно трем ладони внешнюю часть рук, подушечки пальцев. Затем тщательно поскребем ладони, промоем между пальцев. И обязательно вытрем насухо, чтобы избежать распространения бактерий. Жидкое антибактериальное мыло содержит экстракты растений и природные антисептики, эфирное масло чайного дерева и можжевельника. Ванна и душа на 98% состоит из натуральных ингредиентов. Он бессульфатный, но дает обильную пену и очень вкусно пахнет.